Всем же вам желаю пасхальной радости, Христового воскресения. Храни вас Господь. Надеюсь, в следующем году мы с вами также эту радость встретим вместе с вами. Христос воскрес! Господь никогда железной рукой в храм никого не загонял. Он сказал Моисею: вот сделай скинию, то есть первый храм, скажем так. А уже в него приходил тот, кто чувствовал свою потребность. А ведь сегодня ты на службе видел, люди стояли, молились, в принципе-то, от сердца. Да будет воля Твоя, как на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже его оставили должником нашим, и не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Никто насильно не стоял, никого чего не заставляли. Люди понимали, что деток привели. Почему? Да потому что на фоне сегодняшней реальности интернет замечательно. Но в интернете и сегодня очень тяжело что-то найти полезное. Почему я занялся блогерством? Почему я занялся короткометражным вот этим фильмом? Да потому что, чтобы был хоть какой-то противовес и альтернатива выбора. Зайти и какую-то эротику посмотреть или то, что для тебя, для души. Да, может быть, эту эротику миллионы зайдут посмотреть, а именно там духовную какую-то пищу – единицы. Так никто и не сказал, что святыми стали миллионы. Я стал в интернете наблюдать, как люди рассказывают о своей жизни, и увидел, что это востребовано. Я подумал, я священник. То есть в соцсетях я, конечно, давно уже был, но не вел такой активной блогерской деятельности. Я посмотрел, что людям это интересно. И зачастую интересно больше развлекательный контент. Там чуть ли как не в носу ковыряются. Я думаю, интернет – это по большому счету не зло, если его правильно использовать. И я подумал, а почему о Боге не рассказать мне? Ведь Господь сказал каждому стоящему и апостолам, и же с ними, идите и научите все народы. Ведь многие люди крещены, но они не знают ничего о православии. Поэтому я и стал заниматься этим блогерством, чтобы людям объяснить, как правильно им же нужно делать, чтобы меньше ошибались. Детство в большей степени прошло в Северной Осетии, это сегодняшняя Алания. И вот ко мне подходили 2-3 старшеклассника или толпа младшего класса и говорили: ты русский? Я говорю: русский. Ну, пойдем тогда биться. За что биться, непонятно. И дрались до первой крови. С одной стороны, я не жалею об этом. Почему? Потому что меня это очень сделало таким твердым, целеустремленным, пробивным. А при всем этом я очень благодарен Богу, что на фоне этой жесткости я не сделался жестоким. Мои дорогие, я сейчас был в детском доме, пообщались. Такая хорошая солнечная погода. Хочу немножечко вам показать. Поскольку рядом деток нет, хочу вам показать внешний двор, как вот для деточек наших все делается. Вон там вдалеке. Момент, зная, что у меня папа священник, иногда вот глумились, там, подшучивали. И
Другой бы сказал, да не, все, я молчать буду, что у меня там отец священник и тому подобное. И я понимал, что да нет, я не хочу уподобляться. Они говорят, пойдем в клубы с нами, пошли на дискотеки, пошли по девчатам. Нафиг тебе эта церковь, нафиг это то все. Я понимал, что да мне не нужны эти клубы и девчаты. Всему свое время. Мне не нужны их тысячи, мне нужна одна. Я, может быть, это даже смешно будет, я лет до 12-13 вообще на девочек смотрел, как на какие-то божественные создания такое, и в прямом от вас смысла слова, простите, может быть, не в храме это будет сказано, даже верил в то, что они в туалет не ходят. Вот настолько я к девочкам чисто, вот как к цветочкам относился. Я, конечно, женился. Вот сейчас у нас есть, допустим, скайп, когда мы можем несколько соединиться и конференции общаться. Когда я со своей супругой познакомился, тогда не было еще скайпа как такового, но появилась такая телефонная функция конференции. Мне один мой знакомый говорит, ты знаешь, вот есть две Наташи, которые готовы тоже с нами общаться в нашем кругу, позвони. Ну и вот так вот с этого дня мы, честно говоря, уже по телефону с ней договорились, что мы начинаем с ней встречаться. То есть такой онлайн, у меня вся жизнь онлайн получается. Из того, что показывают в интернете за священников, на самом деле это, ну, в лучшем случае 50% правды. В лучшем случае. Я понимаю, что сегодня информационная война идет просто в православной церкви. И, естественно, интереснее людям смотреть, когда какая-то гниль, какая-то такой, на чем экшен, да, вот это что такое, вот это бы увидеть, вот это интересно. А не когда, допустим, батюшка трудится, ходит там в садики, там в школы, в детский дом, то есть, ну и ходит, да и ходит, ну и молодец. А когда батюшка пошел там, допустим, в тот же детский дом и какого-то ребенка избил, вот это интересно. То есть человеку сегодня интересно зло наблюдать. Оно для него слаще, нежели искать добро. Ну, каждому, конечно, свое. Каждый питает. Знаешь, есть маленькая такая притча о двух волках. Есть добрый, есть злой. И вот сын, вернее, внук подходит к бабушке, говорит, а что такое добро и зло? Говорит, это как два волка. Ну, вот они с друг другом постоянно соревнуются, там, борются. Говорит, а какой из них волк победит? Говорит, какого будешь кормить, тот и победит. А вообще, конечно, с помощью Божьей можно все пережить, от любой проблемы избавиться, от, скажем так, да чудес миллион, который Господь творит. Миллион. Возьми тот же самый благодатный огонь. Ниоткуда он сходит. Не обжигает первое время благодатный огонь. И свидетельство на Ютубе можно это посмотреть. Вот они вот так удержат, а он не обжигает. Чудо. Богу все возможно. У меня случай был, когда у меня машина уже должна была на бочину и на крышу полететь, а меня обратно на колеса ставят, и я не разбиваюсь. Только успел сказать, Господи, спаси меня и сохрани жизнь мне, больше ни о чем не прошу. Вот она уже пошла физика, все, оторвались колеса, я сейчас на крышу пойду. Мне вот с этого положения, сейчас вот бочина и крыша, меня обратно ставит. Вот я живой свидетель, я живой человек. Понимаешь? Богу все возможно, когда ты хочешь с Богом быть. Господь говорит, если у вас будет хотя бы вера с горчичное зерно, вот такую масипусечку, и горы за вами пойдут, если вы им повелеете. Вот такое. Получается, у нас и такого нет зачастую. По жизни у меня вообще много тяжелых ситуаций было. Какие-то расставания с несостоявшимися будущими женами. При всем том, что я их пальцем толком не трогал, ну как-то да, переживания были какие-то. Может быть, я знаю, какой самый тяжелый. У меня самая тяжелая ситуация в моей жизни была на сегодняшний день, вот именно в плане священника. Это вот ярко на всю жизнь я запомню, когда я отпевал первый раз младенца. Я плакал, я толком читать не мог, вроде не мой ребенок. Но когда перед тобой такая лялечка, несколько месяцев, равнодушно нельзя это делать.
Я о всех детях, которые отпел на сегодняшний день, я о них молюсь. Я их поименно помню, я вот глаза закрываю, он как передо мной. Во многом авторитет моих родителей для меня стал фундаментальным. Вот, когда папа пришел в храм, я всегда как-то стереотипно хотел стать, кем мой папа. Там, директор там, завода, я хочу директором завода, да? Директором там еще чего-то, я хочу этим директором стать. Когда он пришел в храм, я еще не понимал, что это не очередная работа, а это последняя, скажем так. И даже не работа, я еще не понимал, что это служение Богу. Но внутренне я вот понял, что я дальше никуда не хочу. Вот может папа кем-то станет дальше, там опять в правительство вернется, может еще что-то. А дальше я не хочу. Мне вот внутри хорошо здесь. Пасха. Праздник всех праздник. Торжество из торжеств. Всех вас поздравляю с светлым Христовым воскресением. Христос воскресе. Что бы я мог пожелать людям? Жить по-божьему, жить по-человечески, чтобы когда ты приблизишься к своему уже часу, может в старости, может не в старости, тебе не было стыдно посмотреть за спину и сказать, зачем я так жил? Зачем я жил как животное? Зачем я вообще жил так? А наоборот сказать, как хорошо, что я так прожил. Благодарю тебя, Господи, за радость, за скорби, которые ты мне, может быть, для смирения моего попускал. Я жил так, как многие не жили. Ты мог не курить, не пить, супруги не изменять. Это ж классно. То есть я прожил жизнь не как животное, чисто потребительское. Я прожил ее как творение Божие, как человек.